Всем привет! Сегодня у меня в ремонте Mercedes GLE. Итак, машина уже у меня в мастерской. Владелец выдернул двигатель и заменил подрамник. Основное повреждение с правой стороны. Сильно поврежден правый лонжерон. Для этого ремонта мне привезли вот такой донорский кусок. Ладно, устанавливаю машину на стапель и разбираю. Разборка закончена, начинаю вытягивать лонжерон.
Крепление левого лонжерона с подрамником немного не совпадает. Устраняю эту проблему. Как видите, лонжероны находятся на одной высоте. Диагонали тоже в норме. Работа с вытяжкой закончена. Теперь буду удалять поврежденный металл и менять его. Итак, поврежденный металл удален. Вместе с соединением лонжерона я установил вставки для усиления. С донорского куска взял нужный мне кусок. Теперь устанавливаю, клепаю, свариваю. Донорский кусок установлен, все размеры в норме. Лонжерон прикручен к подрамнику. Буду крепить его. Thank you.
Сварочные работы закончены. Теперь подготовлю к покраске ремонтированную часть и только затем приварю крепление крыла. Крепления крыльев приварены, теперь герметик на стыке и затем покраска. Ремонтная часть покрашена. Обрабатываю ее антикоррозийным составом, устанавливаю детали переда, проверяю зазоры. Моя работа закончена. На эту работу ушло 29 часов.
А у меня на сегодня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!